На данном участке ведутся работы по капитальному ремонту тепловой сети, начало строительства которой было положено в 1964 году. Данный участок тепловой сети отработал два своих нормативных срока эксплуатации. На данном участке наблюдалась в последнее время повышенная аварийность, поэтому он за средства городского бюджета выполняются сейчас работы по его реконструкции. Значит, работы проводит подрядная организация на основании договора, проведенного по системе прозора тендера. Подрядная организация выполняет монтаж на сегодняшний день, уже выполнен демонтаж старых трубопроводов на участке между Пироговской и Итальянским бульваром. Проводятся земляные работы между Пироговской и улицей Семинарской. Сейчас на данный момент ведутся работы по укладке предварительно изолированных трубопроводов диаметром 325 мм на участке между Штабным переулком и улицей Пироговской. Основная масса работ будет закончена в первую очередь по Штабному переулку, от Штабного до Пироговской, чтобы освободить проезжую часть и дать максимально быстро возможность обеспечить проезжаемость данного участка. Протяженность тепловой трассы составляет 350 погонных метров в двутрубном исполнении. Данный участок сети обеспечивает теплом абонентов, расположенных в пределах улиц Пироговской и Семинарской. На сегодняшний день эти абоненты запитаны по аварийной схеме, по временной схеме от котельной Шампанского переулка. После окончания работ схема теплоснабжения будет полностью восстановлена.